Друзья, мы рады вас приветствовать на нашем канале. Наследница актерской четы Юлия Меньшова последние годы пережила совсем немало. Сильным ударом для звезды стала смерть отца, который ушел из жизни на 82-м году после коронавируса. Регулярно на интервью к актрисе приходят интересные люди из разных сфер деятельности. Благодаря специалисту Юлия Меньшова разобралась в причинах многих болезней. А когда узнала диагноз подруги Татьяны Мужецкой, словно потеряла дар речи. Знаменитость выдержала долгую паузу при обмене репликами, а уголки ее губ стремительно ползли вниз. У нее был рак, это было год назад, начала свою историю собеседница артистки. Далее она рассказала, как специальный психологический разбор помог подруге победить проклятую онкологию. Татьяна провела с больной беседу и выяснила, что та совсем не жалела себя и работала на износ, что якобы и стало причиной недуга. Друзья, подписывайтесь на наш канал, каждое утро на нашем канале интересные новости из жизни знаменитостей.